Что там слой будет толстый? Да, это короче, это сколько получается сантиметров? Вот за этой стеной находится максимальное его как раз место нотариуса. То есть за стеной, за стенкой. Хозяин рассказывал, когда были здесь демонтажные работы, они же приходили, знакомились. В общем, при установке электрощитка стена оказалась тонкой, но там, скорее всего, шахта была. Но мы сюда приехали с другой целью. Положить плитку вот в этом туалете, этот санузел. Временно, короче. Здесь вот так стоит пока. Так, вот здесь, короче, штукатурим все полностью. Так, вот площадь. Ну и, соответственно, потом при разговоре с хозяином у нас сразу возникла такая идея заштукатурить всю черновую отделку квартиры. Так, вот вчера привезли мешки. Так, ну и в процессе работы обязательно должен быть мангал. Это мясо. Итак, всем привет. В общем, двухкомнатная квартира находится в Самарской области. На Кургане. Пришли сюда, было все вот так. Такие стены. Вот эта поверхность мы уже делали, укрепляли сеткой. И все это дело хозяйства оставляли вот эти борозды специально для того, чтобы на следующий слой, эта штукатурка, лег основательно эта поверхность. Так, давайте быстро пробежимся, что мы за это время сделали.
Стену штукатурим цементным раствором. Здесь вот под нишу, под холодильник. Здесь кухня. На сегодняшний момент это выглядит все вот так вот. Так, здесь, конечно, все хмуро, все черно. Но все-таки хочется показать. Так, это место специально оставили для труб. Так, ну и в процессе всей этой работы буду потихоньку снимать видосов и закидывать на свой YouTube-канал. Вот, в общем, как бы сказать, такой мини-отчет для себя, для тех людей, кого интересуют ремонты, внутренний отдел помещения. Вот. Ну, о себе и нашей бригаде рассказывать, наверное, не вижу смысла. Вот. В принципе, чтобы хорошо узнать человека, нужно с ним познакомиться и пообщаться какое-то время. Вот. Вот такая вот мини-реклама своя. Так, ну и что еще можно сказать? В общем, заказчик этой квартиры нашел нас на сайте, в интернете, именно по видеоролику, где мы сделали ближайший весь район, это Болгаре, в таком южном городе. Вот, ему все понравилось, в принципе, после этого связался с нами по телефону. И дальше приступили все поэтапно. Посчитали объем штукатурных работ, вот. Потом озвучил я, послал смету ему на электронную почту. В общем, заказчику все понравилось, все устроили. В принципе, цены у нас, как бы сказать, не такие дорогие, ну и не дешевые. Вот. Делаем дешево, совсем дешево. Поэтому есть хорошее объяснение. Для того, чтобы сделать качественно, вот, нужно вложить в эту работу душу. Подписывайтесь на канал. Вот, ну, в общем, все. Всем пока. Такая благоприятная обстановочка у нас находится на стройке с утра. Идет, не помню какой день, день четвертый, наверное, по штукатурке. Первый этот кусок. Вот как все получается. Так, откосы мы их выведем вровень. То есть, чтобы вот эта часть тоже была под уровень. Это в дальнейшем будет удобно ставить тем людям, кто будет ставить сэндвичи. Вот. Я, конечно, если честно, по-хорошему еще сделал бы. Вот здесь немножко, как бы сказать, накидал раствор. Может, это, конечно, идея хозяину подскажем в дальнейшем. Чтобы действительно с окон не дуло. Так, и небольшой такой лайфхак от Николая Семенова. Как правильно быстро штукатурить стены. Вчера мы накидали вот эту стену. Вообще, всю практически. Вот здесь вот чуть не хватило. Еще дополнительно сегодня вот заказали 20 мешков ЦПС-а. Цементно-песчаная штукатурка. Мы берем, не буду рекламировать, вот такая серая мешок. Так, короче, нанесли штукатурку на стену, потом срезали. Вот, я потом покажу, как бы сказать. Вот сейчас в процессе
Работ будем наблюдать за Николаем, как он это будет делать профессионально. Я, если честно, не то что не могу, но мне не нравится штукатурить. Не знаю почему. Я люблю более такие тонкие, ювелирные работы. Как козлик, допустим, смастерить. Там, под розетники поставить. Раствор, в конце концов, замешать. Так, вот следующий слой я замесил вот такой консистенции. То есть я его размешаю. Вот в дальнейшем покажу тоже. А сейчас мы понаблюдаем за Николаем. Здравствуйте. Добрые люди. Колёк, сколько лет ты вот штукатуришь? Я вот знаю, что ты, блин, охрененно делаешь и быстро. Из любой ситуации по штукатурке любой косяк можешь выправить. И будет ровно, идеально. Вот как здесь. Вот такая штукатурочка получилась. А чтобы это получилось, нужно вот это съесть. Да. Это, кстати, вот это кадр начинается как раз с первой минуты записи этого видео. С чего начинается утро. Но мы тоже обязательно покажем, что получится. У нас каждый, короче, занимается своим делом. Валёк любит пожрать, приготовить. Да. Жарит он любит. Ага. Заметьте, жарить — это любимое дело мое. Так, женщины, пишите Валентину Николаевичу. Холостой мужчина. Приятной внешности. Короче, пацан любит готовить. Ну, Николай, конечно, у нас вторая персона. Это штукатурит. Черновую подготовку. Прям маяки ставит. Все как струн натягивает. Вася! Вася! А, так, не снимай, да? Так, ну вот, вернемся к штукатурке, короче. Вот сейчас, Николай, смотрите, заметил? Какой должен быть раствор? Так, и для тех, кто смотрит, бесплатная, как бы сказать, консультация сразу. Какие секреты, нюансы во время штукатурки выявляются? Какой должен быть раствор? Как наносить? Сейчас ты наговоришься. Сломал? Все, кончилось. Короче, много намесили. Опять второй ведро. А? Да? Пока не надо. Так, ну что? Пока снимать нет, да не будет весь этот технический процесс. Потом еще немножко, погодя, покажу, как Николай сошкрябывает. Сейчас раствор замешу. Thank you.
Так, как обещал, хочу показать вторую работу при штукатурке. То есть первая это у нас накидка толстого слоя первоначально, потом второго слоя уже подтерку. Третий слой уже провилось, сдираем всю штукатурку. Вот по маякам. Самый интересный это процесс плов по-вальковски. Так, ну вот у нас сколько мешков осталось. Сегодня вот 20 мешков было на эту комнату закуплено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 мешков. То есть у нас 8 мешков это на вот эту поверхность, на вот эту поверхность. Думаем, что хватит. Все, что собирается, падает на пол. Собираем и опять же замешиваем повторно. При этом добавляем еще материал. Потом вот эти места. Два раза. Вот такая поверхность получается. Еще затрется. Сейчас я буду ее есть. Приятного всем аппетита. Заметьте, жарить это любимое дело мое.